Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream в черном цвете 2010 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 1,8 литров мощностью 140 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, имеется камера заднего вида, установлены ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 151 тысяча километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистой ухоженной ткани, имеется 3 ряда сидений, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 82, 77, 77, 89, 75, 91, 86, 83, 83, 87, 84. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.